Работа моя сегодня выглядит вот так. Как бояре на транспорте. У меня ни копеечки тут нет. Дай буять. Узнала только что, что здесь есть черепахи. Ой, какие хорошенькие. Хочу домой. А кушать? Сейчас все тебе покажу, как всегда. На дворе 2 июня. Нам еще здесь 3 дня. Как я и говорил, мы кушаем. Слушаем свадьбы по вечерам иногда. А еще, конечно же, нужно работать. А, подожди. И работа моя сегодня выглядит вот так. Я вновь должен буду начитывать свои любимые танки. И делаю это сегодня при помощи подушки от дивана. Ну и других подушек. Да, здравствуйте. Привет всем. Йо-йо. Всем привет всем. Да, и подушки тоже от дивана, и вот даже пляжное полотенце. Короче, городок целый. Ладно, чё. Погнали. Tomorrow, June 4th, Tanki Online will turn 13 years old. Tomorrow, June 4th, Tanki Online will turn 13 years old. Первая страница позади. На. Дай ту. А что это? Сливка. Это твои кто? Это мои дикотеси богатые. Дикотеси и богатые? Варя, ты понимаешь, что это пятое за последние полчаса? Ты понимаешь, что это пятое за последние полчаса? Да, дай еще пить. Нет. Че ты смотришь? Аладдина? Хотя бы люди есть, вот, которые, например, нам помогут, если что. Привезли нас, вот, если что, вон наш отель, вот это вот все, вот это дело. Именно сюда хотели. Нас. Именно сюда? Mm-hmm. Ну вот, видишь, твои мечты исполняются, продолжают исполняться. Пахнет тут странным чем-то. Итак, мы же здесь очень много рыбацких всяких приколюх каких-то. Вот, там нужно искать, я думаю, такого же охранника, как у нас, в России, сколько типа, стоит в лежаках полежать. Потом мы ложимся на лежаки. Так. Я лежу там, а ты можешь ходить на разведку, узнать про ресторан, например. Супер.
Блин, ура, я мечтала о таком побережье. Вот, наконец-то, хоть будет просто песочек. А почему тогда никого тут нет? Тупые, что ли, все или что? Может, вообще пешком пойдем? Пора побороть эту фобию, связанную с собаками. Ведь у меня есть, как всегда, палка с 500-граммовым набалдажником металлическим, которая вынесет мозги даже слону, если сильно постараться. Давай. Все узнал. Сейчас нам дадут стулья, лежаки, абсолютно бесплатно, потому что я заверил, что мы сейчас покушаем у них в ресторане, принесем люрочку, поэтому все норм. Иду за Варварой, вот меня ведут куда-то, надеюсь, в нужном направлении. Английский язык решает, учите его, будет все хорошо, наверное. And do we need to explain who we are, that we're not the residents? And... Yes, you can inform that я came from... Как ты договорился? Потому что Алёша мастер переговоров. А кушать? Сейчас все тебе покажу, как всегда. Все разузнал? Да. Даже полотенце. Блин, нам даже дают полотенце. У нас есть свои. Я зря тебя напряг, что их надо тащить. Тут можно сразу жить. Блин, прямо здесь классно. Почему мы не тут? По цене даже одно и то же, по-моему. Что? Кок, конечно. Кок это у меня. Can I have a cock? Yeah, sure. In the bushes. 07. Добавишь опять это в тизер, да? Да. Давай твой бить. А полайк их собак. Well, just a second. Amazing. Hyundai. That's the only word I know. I'm sorry. If you want some more. Yeah. So far I'm good, but maybe later. Actually, yeah, I'm finished with this one. Yeah. Thank you. Катюшка, дай попробовать одно. Ты точно съешь два сэндвича? Нет. Нет? Давай. Так, ты не дашь сэндвич? Ладно. А это что? Салатик. Салатик? Салатик. Сейчас полторашечку всосу. И плавать. Кукабеби узнала только что, что здесь есть черепахи. Сейчас я просуну камеру. Ой, какие хорошенькие! Так в основном да. Черепашки. Черепашки. Они смотри, они ждут, что что-нибудь. Видишь, смотри, голову поднимают. Они водоплавающие. Да. Сейчас дадим им хлебу. Вау! Я не понимаю, it's fish or it's salt? Тут все. Маленькая. Видишь? Так.
Давай. Они уже мелкая. Идут. Давай, мелкая. Ого. The turtles are too slow. They're like, oh, yes. Where is it? This is very quick. Давай, давай, давай. Все, черепаха съела. Давай, 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 давай. Так что ты смотришь-то на нас? Абсолютно. Как дела? Очень круто. Мы наконец-то покупались в море. Это не значит, что мы не купались до этого, но на нашем пляже слишком уж коралловое все вот это вот дело на пляже. И ну там трудно очень заходить. Мы купались в коралловых тапках. Ну, это такое себе. А здесь, наконец-то, можно просто зайти в воду. Представляете себе? На дворе уже 7-й или 8-й день, как мы тут. Это первое нормальное купание. Причем, где вот глубина такая, а не вот такая, вот как всегда. В общем, мы рады. Да, ведь? Да. А если я глупость сказал? Все равно да? Конечно. Ладно. Доверие сотка. Что такое? Прищепка. Вот такие опять тут, блядь, живности. Ух ты! Ух ты! Овощи, кайф. Обязательно придем сюда еще. Завтра и послезавтра. Завтра и послезавтра. Я тут хочу жить. У меня друг Дэнни. Это мой друг. Нет, он мне сейчас говорит. Что говорит? Мы познакомились с женщиной и ребенком. И он считает меня своим другом. И он просто ко мне такой: эй, смотри, я тебе трюк сейчас покажу в бассейн. Это он плюхнулся. Да. Я говорю: ага. Он такой: так ты иди сюда. Я говорю: я не могу, я сдачу жду в баре. Такой. Это... Меня, блин, 18-летний на вы называют, а тут 7-летний какой-то. Что это, я? Я люблю говорить. Это он написал? Да. Давай сфоткай от Нецова, да? Ну-ка я скриншот. Чтоб спухлю было видно. Есть. Yes. Пойдем уже. Да? Ну я пошел. Пиво. Собака, корова. Ну а мы уходим отсюда. Второй день мы здесь. Ничего не снимали почти. Ну как? Ну да, почти ничего не снимали. И мы отважились пойти пешком по пляжу. Все ли мы взяли? Вроде все.
пока всем. Завтра, не знаю, придем ли, завтра последний день. Я настаиваю на том, чтобы мы все-таки собирались спокойно и тусили у себя. А? Что будет? Ты рыгнула, да? Да не знаю. Bye-bye, thank you. Пойдем? Давай. Варвара опять наплавалась вдоволь. Ну, еще не вдоволь. Ну да. Вдоволь надо жить? Водить. Короче, тут поступает информация, что какой-то самолет Аэрофлота не выпустили отсюда. Если что, сегодня 3 июня. И что-то начинают переживать люди. Я считаю, что это единичный случай и бояться не надо. Но если мы не улетим... Мы, кстати, познакомились с чуваком в баре. Он официант. Обменялись даже телефонами. И он достаточно прикольный. Сказал, что если мы приедем еще раз сюда, то обязательно, чтобы мы приезжали в какой-то город на северо-западе. Где-то прямо там наверху. И он абсолютно бесплатно, бескорыстно устроит нам целый тур экскурсионный, все покажет, расскажет. Короче, чё, пошли мы? Дочитать книжку. Ну а пока все сейф. Кстати, живы-здоровы, между прочим. Правда, стерся рисунок частично, даже очень стерся, я бы сказал. А, напоминаю, 38 рублей 22 копейки. Замечательная покупка. Просто лучшая. Ку-ку. Ма-шери. Правильно? Ма же надо? Я же девочка. Ну, мне это сложно понять, что надо к местоимению это все менять. Еще нормально идем. Нормально идем? Угу. Тут пока я так говорю. Ну да. Чтобы не дошли до паблика. Так это уже почти паблик спейс. Давай не будем быстренько. Давай не будем. Идем в царствие местных. И я тут... Я как будто прохожу какой-то крукада. Крукада? Я посмотрим, что тут происходит. Пока ни одного цыка не слышал. Мы на месте почти. Но гоп я еще не говорю. Тут такое мутное море. Тут все ссут, все деревни. Давай, я твой охранник. Я иду сзади, как настоящий бодигард. Это мистер Кредо. Да, мы почти уже. Сейчас считай. Я даже думаю, что мы можем здесь пройти, да и все. Пойдем, не будем его напрягать лишний раз. Нет, я тебе говорю здесь. Все. Пока. Паскуда бич. Да нормально все. Hello. We're from Amaya. Yep. Я думаю, что давай залезем уже. Тут начинаются эти... Вот стоило чуть-чуть пройти все. Везде коралловые адские колючки. Замет, Варя замет, короче, каждый вот этот вот трек. Так, тихо. Хочу подождать, пока будет петь. 6:44. Ужин через 45 минут. Я 5 минут попущу, мне кажется. О, Рома ответил.
Пока. Тут есть срочное послание от Варвары. Нет, тут у меня ни копеечки тут нет. Что? А как ты кушаешь? Ничего, Лёша покупает. У тебя вообще нет ничего? Ни рублика? Ни рупии? Ну ладно. У вас много этого, я знаю. Это общак. Когда ты все на мяту смотришь? Смотри сюда. Нет. Человек. Я по тебе уже соскучилась. Ты скучный, ты не поплавай. Я не... Это наш последний день здесь. Да, уже всё. Домой. Хочу домой. Кто-то, может, это не поймет. А я вот понимаю свои ощущения. Ну, наотдыхались. Сегодня у нас вообще день еды. День массажей всяческих. Я сгорел, вот, собственно. Ноги особенно. Ездил на тук-туке в ближайший магазин, который здесь в 100 метрах, чтобы собаки не доебались. Потому что, да, я уже вполне верю в такой расклад. Это, скорее всего, так и было бы. Поэтому, да, я съездил, накупил чипсиков, мы их попробовали. Полная хуйня. Все ужасно острое. Я специально спросил, острое? Мне говорят, не-не-не, это невозможно есть. У нас все-таки разные понятия об остроте с людьми, живущими здесь. Ну да ладно. Собственно, надеюсь, вам было интересно, красиво. Вы ахали и охали, как и мы, от этих видов, которые здесь. А может быть, если вы хотите сюда приехать, вы сделали какие-то выводы по поводу этой страны, этого острова. Но то, что видели мы, и то, что показали в этом фильме, это далеко не все, что есть, само собой. Ибо здесь, хоть и островок, он небольшой, и мы прикинули, что он меньше нашей родной Свердловской области даже. Но тут очень много всего, поэтому вот. Ну и Варвара просто не выходит из моря. Ей очень нравится. И все, до новых встреч, друзья. Куда-нибудь еще поедем и обязательно покажем. В раю музыкальном. Музыка вся та же самая, как и в отеле почему-то.